Майнивно с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на Castle in the Pool, его великолепную анимацию. Это настоящая версия Тарзана. Давайте же посмотрим, что за Тарзан-то такой. Меня так давно Тарзан смотрел, его сейчас вообще не помню. Это ж там она так делала, да, вроде бы? Нормально. Часам Майнкрафтеры дом построили. На! Блин, на самом деле, как же я люблю диснеевский не за это, ну не за это. Жизнь нелегка. Сложно городскому в таких условиях. Ой, ну у тебя голова большая, братан. Это фильмовая версия Тарзана, что ли? Сурово. Сурово. Очень. О, я катанка. Ну, я примерно так помню. Своровали. На самом деле, Тарзан-то Спайдермен, ребята. Видите, как прыгает? Нормально. Это пока немножко скажу. Если что, я помимо того, что снимаю эту реакцию, я ее стримлю. И сейчас это будет самая большая моя, ваша поддержка для меня, если вы просто будете приходить на мои стримы или даже просто, например, ставить их фоном. Для меня это будет огромнейшая помощь, буду очень благодарен. Ссылка в описании на мой стрим Трово канал. Вот, вкратце. Не надо разрывать, пожалуйста, не разрывай. Hello there, Tarzan here. I noticed looking through these YouTube analytics that about 82.9% of you, the audience watching this internet cartoon, are not subscribed to this channel. Во-во, без подписки смотрите, надо подписываться на мой стрим-канал. Вы же не подписаны, я знаю, что не подписаны. Какой мужчина. Там были Гориллас, класс. Симба. Недоброжелательные птички. Там опять Гориллас были. Обязанка равно Данге. Какие мужчины, вы просто гляньте, не мышиная мечта. Что они там делали? Ну, там занимались всякими вещами, веселились. Там реально его сон спас? Я уже вообще этого не помню. А вот то, что он на Лиане свесился, это я помню. Да. Ну, отвисал человек. Вроде да, там вроде на Лиане он отвисал реально. Я сейчас с тобой. Класс! Жепа в конце кадра. То, что я хочу. Так, ну будет концерт? Не, ничего не будет. Ну что, ребята, ему сказать? Ну, Пипа в конце кадра зачет. Ссылка в описании. Приходи, смотрите на Пипи.
на Касон де Поло подписывайтесь. Также можете подписаться на мой канал можете подписаться. Лайк поставить, комментарий написать. Не забывайте про стрим-канал, опять же, это будет самая большая поддержка для меня, если вы подпишетесь сюда и будете приходить. А так, всем удачки, всем пока-пока.